Здравствуйте, я рада приветствовать вас на канале «Разночтение». Почему мы все так любим страшные истории? Возможно, потому что все мы родом из детства. Ведь именно в детстве мы всегда в компании друзей так любили пугать друг друга, рассказывать страшилки. Помните, в черном-черном городе, на черной-черной улице, в черном-черном доме. Возможно, именно поэтому авторы, которые пишут в жанре ужасов, никогда не останутся без своего читателя, потому что все мы любим пощекотать себе нервы хорошей, страшной историей. Ну и раз 2020 год объявлен годом народного творчества, то почему бы не поговорить о страшных сказках для взрослых? Ведь именно так можно назвать произведения в жанре ужасов. Истоки их восходят к сказке, и персонажи их – это тоже мифологические существа. Вампиры, оборотни, привидения, восставшие мертвецы. К слову, если вы хотите больше узнать о фольклорных мотивах в произведениях русских писателей, я вам очень советую посмотреть цикл образовательных лекций на нашем канале, который называется «Корешки и листочки». Итак, я выбрала для вас три книги в жанре ужасов, написанные российскими писателями. Конечно же, три. Сколько их еще может быть? Первая книга – это книга Алексея Иванова «Пищеблок». Лично меня эта история привлекла тем, что действие происходит в советское время в пионерском лагере, потому что именно в пионерском лагере была самая располагающая атмосфера для того, чтобы рассказывать друг другу страшные истории, пугать друг друга. И автор играет на наших ностальгических чувствах. Итак, 1980 год. В Советском Союзе проходит Олимпиада, а в лагере «Буревестник» начинается смена. Мальчик-пионер Валерка Лагунов приезжает отдыхать, и идет смена, линейки пионерские, речевки, пионерские соревнования. Замечательное, даже можно сказать, такое скучноватое лето. Но вот однажды ночью Валерка видит, как один из мальчишек наклонился над товарищем и пьет его кровь. Оказывается, в лагере живут вампиры. А пионерская символика, галстуки, пятиконечные звезды – это мистические обереги от солнца. И, конечно, у вампиров своя тайная организация. В книге есть главный герой, как и во всех сказках, именно так и положено. Есть его помощник. Кто именно оказался главным героем, вы узнаете в финале. Я не буду вам об этом рассказывать. Но для меня лично был один неприятный момент. Это то, как писатель описывает все вот это вот пионерское детство. Многие литературные критики считают, что в этом как раз именно глубокий смысл, потому что автор считает, что идеалы пионерии, комсомола, они давно утратили свои истинные ценности, и все, что происходит, это формальность, это показуха, и ничего искреннего и настоящего в этом нет. Но я помню, например, свое детство, и мы действительно искренне верили в пионерские идеалы, старались быть лучше, старались быть достойнее. И для нас вот эта пионерская жизнь не была пустым звуком и не была никакой показухой. Именно так все и было, было весело и интересно. Но вот если убрать этот глубокий смысл, о котором многие пишут, то на самом деле это хороший добротный ужастик, и именно так его можно читать. Если вам интересно, очень советую. Алексей Иванов, «Пищеблок». Вторая книга, о которой сегодня я вам хотела рассказать, это роман «Квази» Сергея Лукьяненко. Этот роман вышел в 2016 году, и уже есть его продолжение, называется «Кайнозой». Обе книги рассказывают о восставших мертвецах, о зомби. Действие романа происходит в Москве. Большая часть населения Земли стала зомби. Причем мертвецы тоже разные. Сразу после смерти они восстают и становятся неразумными, а опасными для других существами, которые могут наброситься, искусать, загрызть. Затем часть восставших возвышается и становится высшей формой квази. Я не раскрыла здесь никакой интриги, обо всем этом автор рассказывает на первых страницах романа. Есть, конечно, герой, как и во всех сказках так положено, который борется со злом. В этой книге герой – это дознаватель смертных дел Денис Симонов. И есть помощник героя, именно так и должно все происходить. А вот помощник у него мертвый. Помощник квази, зовут его Михаил Бедренец. И вот вместе живой полицейский и мертвый полицейский в течение недели должны спасти мир.
от чего может погибнуть мир, как восставшие становятся квази, почему не все восставшие опять же становятся квази. На эти и другие вопросы вы сможете найти ответ в финале истории, а возможно и не сможете найти ответ в финале истории, потому что не на все вопросы автор дает нам ответы. Вообще, когда роман вышел, литературный обозреватель Галина Юзефович на одном из собраний фантастов сказала, что роман написан довольно слабо. И после этого на нее обрушился такой шквал негатива и такой шквал негативных комментариев, что на самом деле неловко за поклонников автора. Потому что роман действительно, с точки зрения литературы, он слабовато написан. Впечатление создается такое, что автор очень быстро сделал наброски романа, оформил это в какую-то историю, но какой-то целостности не получилось. Мастерство автора — это ведь не только виртуозное владение словом, но и умение поставить вопросы, заставить читателя задуматься. Это не тот зомби-апокалипсис, к которому мы привыкли. Когда мертвецы восстают, потом люди находят средства против этого, и мертвецы приходят в свое исходное состояние, скажем так. Здесь все по-другому. Мертвецы остаются, и людям, и зомби приходится существовать вместе. А это создает такие, знаете, определенные бытовые даже неудобства. К примеру, на ночь приходится запирать пожилых родителей в их комнате, потому что ночью ведь они могут внезапно умереть в силу своего возраста. И после этого напасть на живых своих родственников. Или вам уже сейчас, во время жизни, нужно решить, хотите ли вы, чтобы вас кремировали, потому что вы не хотите ни в коем случае стать восставшим. Либо вы мечтаете стать квази, высшей формой этого зомби, потому что квази превосходят людей своим физическим состоянием и интеллектуальным состоянием. И многие мечтают стать квази. Как говорится, сказка — ложь, давней намек. И третья книга из сегодняшней нашей подборки — это книга Дарьи Бобылевой «Ночной взгляд». Про Дарью Бобылеву мы уже рассказывали про ее роман «Вьюрки», который вошел в лонг-лист премии «Большая книга» и «Ясная поляна». Это сборник рассказов. Здесь 20 удивительных историй. Чем привлекают рассказы Дарьи Бобылевой? Возможно, тем, что в детстве мы все рассказывали какие-то подобные истории друг другу. Например, про куклу-кровопийцу. Или, например, многие из нас в детстве были уверены, что вот та старая соседка, она наверняка ведьма. И автор нас не разочаровывает. Конечно, старая соседка ведьма. И пропавшие дети во дворе – это дело ее рук. Или многие уверены, что если в квартире произошло убийство, то квартира, конечно, станет нехорошей. Автор: согласна, квартира станет нехорошей. И она расскажет вам, что может произойти в такой квартире и как это отразится на соседях. Вот такие вот удивительные истории собраны в этой книге, которую, конечно, рекомендуем читать только взрослым читателям. Сегодня мы рассказали вам о страшных сказках для взрослых. Читайте, и вам никогда не будет скучно. Всего самого доброго. До встречи.